Никто не имеет права и закона забыть эти дни, эти годы, эти те такие годы, которые прошли, которые перенесли. Слава ветерана Великой Отечественной войны Султана Наскидаева, что называется, дорогого стоит. Кому, как не ему, сражавшемуся на фронтах самой кровопролитной в истории человечества войны, знать, как важен мир на земле и какой ценой он нам достался. Держимся и будем держаться, пока стоим, пока на ногах, будем стараться. Какую пользу мы приносим? Ну, во всяком случае, мы, когда встречаемся с молодежью, товарищами, друзьями, объясняем, говорим, прошли годы. Победа пришла, все хорошо. Слава Аллаху, слава Богу, что все. Кто жив, что чтобы дальше продолжал жить хорошо, в хорошем настроении. Будьте здоровы, все. Сегодня Султан Хаджимурзаевич вместе с еще одним ветераном Исаих Киевым пришли на центральную площадь Карачаевска, чтобы принять участие в открытии патриотической акции «75 шагов к победе», где один шаг – это патриотическое мероприятие, направленное на увековечение памяти воинов-победителей. До 9 мая их наберется ровно 75. Сегодня 275 дней до 75-летия Великой Отечественной войны. И вы все знаете, 2020 год нашим президентом ознаменовано годом славы и победы. И мы хотим на территории нашего округа, чтобы каждый отдел, каждый себя уважающий гражданин, так скажем, провели эти акции в память Великой Победы. А после открытия этой акции администрация Карачаевска предложила своим коллегам из других муниципалитетов республики присоединиться к этому начинанию. Я уверен, что в каждом районе разрабатываются такие программы. И просто, наверное, город Карачаевск первым дает старт. Я уверен, что все коллеги, тем более начальники отделов культуры, мы все общаемся. Я знаю, что у них ведется большая работа. И дай бог, чтобы наш старт стал таким добрым, большим знамением на пути к 75-летию Великой Победы. Основной посыл акции – не дать забыть тех, кто показал безмерную храбрость на фронтах, и тех, чей нелегкий каждодневный труд обеспечивал крепкий тыл. Конечно, сейчас жить очень хорошо. Войны нету, спокойно. Ну что, я 17 лет, что я видал? Ничего я не видал. Дай Бог, что я видел, и молодежь не видел. Завершилось торжественное открытие акции возложением цветов к аллее героев. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз 24.